Патрик, встречайте аплодисментами, друзья, нашу супер танцевальную звезду. Патрик появляется в нашей танцевальной студии. Патрика в студии? Да. Мы просто решили добавить чего-то розового в наш праздник и пригласили вот это существо. Спасибо. Оно и разделит... Ой, Патрик, не заними дело тебя целых несколько минут по телевизору. Да. Все. Мы просто... многие помнят еще с момента фуршета хомяков, но хомяки что? Могут только бегать в колесе и... А, море, и да? Капаться. И все. А Патрик, он такое может? Да. Патрик, во-первых, пожалуйста, покажите, что вы звезда. Патрик показывает, что он звезда, осторожно, Давид. Так, вот. И теперь смотрите. Нет, Давид, нет, пистолетом нельзя бить морскую звезду. Ай-яй-яй. Потому что морская звезда может пригласить знакомых медуз прийти к тебе домой. И только что жестом Татьяна уволила своего сына с помощью своего мужа. Сейчас Давид будет обезврежен. Смотри, сейчас вот пошли обезвреживать Давида. А мы приглашаем, спасибо, Андрей, спасибо, господи, Андрей, спасибо, Патрик. Мы приглашаем сейчас вас ознакомиться с форматом соревнования. Сейчас Патрик по очереди с каждым из участников исполнит какой-то танец. Это индивидуальная программа, то есть тут не надо танцевать вам в паре, шестой столик против четвертого. Мы будем оценивать выступление каждой пары. Каждой пары. И в итоге, какая пара из-за какого столика в сумме наберет больше аплодисментов, вызовет большую реакцию, подарит больше впечатлений, та пара принесет, собственно, своему столику победу. А да? Вот он. Вначале, естественно, предварительное, напутствие и знакомство от имени Евы. А кто будет первым танцевать? Я предлагаю Татьяне. Татьяна и Патрик. Давайте, друзья, поддержите пару. Наша пара номер один. Патрик и Татьяна. Единственное, что мы просим и Давида, и вообще небольшого роста детей. Я объясню, Патрик, у морских звезд особенность. Они не видят никого ниже роста 1 метр. Да, поэтому лучше не надо. Так, давайте пошире разойдемся, ребята. Владимир, отходите, что нужен простор. Ребята. Так, простор, танцевальный простор, друзья. Итак, каждый из участников танцует в паре с Патриком по очереди. Мы будем говорить, когда. В итоге, суммарно, кто наберет больше аплодисментов, тот столик побеждает, получает максимальное количество призов. Первая пара – это Татьяна и Патрик. Таня, я хотел спросить, Таня, вам нежную композицию или динамично танцевальную? Динамичную. Поехали. Первая для вас. Можно. I like to move it. You like to move it. Ой-ой-ой, Патрик, смотри, сразу хочет жениться. А чего действительно тянуть? Кому ж с ребенком на улице можно и Димка вышел. Таня пошла в мастер-класс, смотри, показывает Патрику, как надо двигаться под эту музыку. Патрик сейчас выкрыл себе глаза, Таня. Я теперь понимаю, почему Тане не любили девочки на дискотеке. Да сколько бы парней не пришло, все смотрели только на Таню. Хорошо. Неплохо. По-моему, Патрик сейчас обхаживает Татьяну. Я видел что-то подобное на дискотеке в Крыжановке в 4 утра. Патрик, это же парный танец, не отставай. Таня как ветер. И еще чуть-чуть, давайте поддержим аплодисментами в ритм. Тяжело танцевать, выступать первой, но Таня не побоялась. Танцы с животным. Осталось чуть-чуть. Вот сейчас эти иллюстрации тоже падают настоящие. Таня проверила сейчас руками, все ли на месте там. И просто сзади не видно, все на месте. 10. 9. 8.